вокзал, здание вокзала, дорогие друзья, наслаждаемся, да. Наслаждаемся. Угу. Это поезд, слышен? Это поезд, дизель, слышишь? Нет, темно. Нет, нет, он уже заглушил ее. Мы идем с Вовой. Он высматривает сына. Здесь вот центральный вход. Сейчас, Вова, подождите. Так вот. Снимем красиво центральный вход. Вот эту вот красотень нашего ЖД вокзала. Ну вот центральный вход. Да. Вот эта площадка перед вокзалом. Ну где у тебя машина? Не знаю. Вон она там. Вон она. Левое крыло ЖД вокзала. Если смотреть на фасад, это вот левое крыло. Здесь вот справа, с левой стороны почта. И здесь раньше были вот напротив этого навеса было много-много-много барчиков. Такие маленькие, уютные. Ты мою жену. Разнокалиберные барчики. Вот я уже вижу классические вагоны. Я сниму еще. Мы в эфире. Вот барчик при вокзале. Идем. Слышите работу дизеля уже? О, перрон. Красиво освещенный перрон Кишиневского ЖД вокзала. Наслаждаемся, дорогие друзья. Поезд на Санкт-Петербург. Что узнал, это 341 поезд, дорогие друзья, на Москву. Кишинев, Москва, да? Сколько время в пути? 30 часов, наверное, было раньше, да? 32 часа в пути. То есть, может, на Москву поедут? Москва, я 32 года не был в Москве. Вот, дорогие друзья, смотрим на тележку. Вот это классические вагоны. Классические вагоны. Московский поезд 341 отправляется. Сейчас он тронется. Я не знаю, в какую сторону. Вот восьмой вагон. Видите, вот написано Молдова. Молдова написано. Вот Кишиневский перрон. Очень красиво все. Он трогается поезд. Сейчас он пойдет. Триста сорок первый поезд. Провожающие наш поезд на втором пути на Санкт-Петербург. Перрон вокзала, вот там барчик. Он как и был вот 2-3 года назад, так все время так вот он и есть. Очень аккуратный, чистый перрон. 341 поезд на Москву. Скоро должен отправиться. Вот мы благополучно проскочили через московский поезд 341. И вот наш на Санкт-Петербург. А это какой рейс у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. На Питер какой, как называется номер? Вы правильно задавайте вопрос, уважаемый. Тот 341. Да. А ваш? 61. А, 61. Спасибо большое. Да. А вот, вы спрашиваете, какой рейс?
Ну я же не в теме, да. Правильно, давайте задавать вопросы. Я дальнобойщик, теоретик. Я вам нормально ответил. Понял, это 61-й, да? Спасибо большое. Вот. Кишинев, Санкт-Петербург, 61-й. Вот такие вот классные вагоны. Обалденные вагоны. Шестьдесят первый поезд. Какой момент? Сейчас. У них с какой стороны купе? С той стороны. А ну они же выйдут сюда. 61-й поезд. Вот классика. 36 мест. Тара 52 тонны. Вот такие вот мощные тележки отвезут эти вагоны в северную столицу России, в Санкт-Петербург. И вот напротив 341 поезд на Москву. Его задерживают, и людей пропустили через тамбуры. На 341-м поезде Кишинев-Москва обнаружилась какая-то неполадка, и вот бригада чинит вагон, тележку, видать, что-то с тележкой, и поэтому поезд задержали, вот протянули какой-то шланг, наверное, пневматика какая-то, и вот производят какие-то ремонтные работы. Ремонтируют вагон. Вот еще производят досмотр с фонарями. Как мне нравится железная дорога, это такая романтика. Я бы согласился здесь работать за символическую плату. Мне очень нравится ЖД вокзал. Хотел быть, может быть, даже проводником на пару рейсов. Мне очень нравилось. Я когда жил в Варне, тоже тусовался на Варнинском ЖД вокзале. У меня там друг работал, Эмиль. Вот эти звуки, запахи, романтика. 61-й поезд, Кишинев, Санкт-Петербург, и 341-й Кишинев, Москва. Вот он. Отправление поезда 61-го. 61-й поезд пошел. Прямо не успели люди попрощаться некоторые. 61-й поезд пошел на Санкт-Петербург. Счастливо! О! Меня уже знают все. А ты вот так снимай, туда. Можно и так. Можно и так. Пошел поезд на Петербург, в северную столицу России. Да. Ах, красота. Провожаем. Да, да. Сейчас последний вагон провожать будем. А это что за парень тут в кадр попал? О, все. Пошел поезд на Питер. Ну вот и все. Успешно мы проводили 61-й поезд, 341-й поезд на Москву,
И сейчас едем на Буйканы и, пользуясь случаем, опять же поснимаю вам дорогу обратно через...